Schneider. Представлением участников чемпионата Московской области 2015 года среди мужчин весовые категории 85 и 94 килограмма. Весовая категория 85 килограмм. Номер один. Скрипицын Василий, город Один. Номер два. Лошаков Кирилл. Клин. Номер три. Аримов Флорид, Подольск. Номер четыре. Комаров Анатолий, Люберцы. Номер пять. Бригадир Валерий, Люберцы. Номер шесть. Сычев Сергей, Зарайск. Номер семь. Ледов Евгений, Подольск. Номер восемь. Кучерян Саро, Озерск. Номер девять. Дружинин Владимир, Подольск. Номер 10. Сазонов Андрей, Подольск. Номер 11. Удимов Виктор, Видное. Весовая категория 94 килограмма. Номер 12. Петросян Аганес, Видное. Номер 13. Пантюк Владимир, Озерск. Номер 14. Соболев Александр, Ступин. Номер 15. Епифанов Павел, Видное. Номер 16. Бакулин Олег, Подольск. Номер 17. Чернышов Дмитрий, Подольск. Участники представлены. 10 минут на разминку. Сергей Сичев. Заяц. Первый подход. Thank you.
защита. И Сычев, да, подход заказывай. Ассистент, иди нос на штангу. 290 килограмм готовится Высоков Кирилл. Своя категория 85 килограммов, 11 участников. Вес установлен на шагов Кирилл. Крем. Первый поход. Весу 90 килограмм на первый подход продолжается Кочерян Саро Озерный. Вес на штанге 90 килограммов. Сейчас второго будет готовить к этому весу, мы даем цепь для подготовки. Мне 90 килограмм. Приглашается Кочерян Саро к этому подходу. Называй, выжил 85. Без защиты. Ассистент поставил стянку. 90 килограммов. Готовится Сычев Сергей Зарайс. Сычев Сергей Зарайс. Заключительный подход. Удачи. Ассистент 95 на штангу. Готовит Сазонов Андрей. Подольск. И Сарай категории 85 килограммов.
Спец установлен. Сафан Мангей. Первый подход. Вес установлен, пока у меня нет. Первый подход.
К весу 100 кг готовится Сазон Ланги. Позвольте. 85 кг категория. Только на штанге. Сазон Ланги. Второй подход. Готовится Валерий Бригадин, любит себя.
0,85. Вес установлен. Валерий Бекович Люберти, первый подход. Килограмм.
Вес установлен. Комарова Анатолий. Идут предзаказы. Вес по 10 килограмм продолжается скрипиться Василий на нем. Рисовать категорию 85 килограмм. Комаров заказал на 112. Up!
беззащитен. К весу 112 кг готовится Папуль Олег. Вес установлен. Папуль Олег готовится. Весовая категория 94 кг. Заключить не пошел. Так было близко, но увы. К весу 112 кг готовится Евгений Лёдов. Подруга весовая категория 85 кг. Вес установлен. Евгений Лёдов. Третий заключительный подход. Ассистенты, 113 на ставлю. К этому году готовится Валерий Григорьев Любицы. Весовая категория 85 кг. Уже начинается определенная борьба за призовые места. Валерий Григорьев Любицы, тренер заключительный. Ассистент 115 на станку. Готовится Соболева Александр Ступина. Весовая категория 24 кг. Любые заказы. Вес 115 готовится Скрипицы Василий. Весовая категория 85 кг. Установленный из помоста. Вес установлен. Скрипница Василий на ней. Третий заключительный подход. Без защиты. Вместо 15-го готовится Каримова Ольга Подольская. Весовой категории 85 кг. Вес установлен. Каримова Ольга. Третий заключительный подход. Thank you.
116 наш там президент. Готовится Комарова Анатолия, любите. Давай категорию 85 килограмм. Топ 16 на штанге. Комарова Анатолия, любите. Давай подход. Ассистенты 120 на штангу. Готовится Петрикян Олег. Видно. Вставай категорию 24 килограмма. 120. Маленький доменочек. Между рывком и толчком чая не будет. Сразу после рывка будет толчок. Так что участники и представители будете внимательны. 120 на штанге. Петрикян Олег. Видно. Первый подход. На самом 120. Соболев Александр Ступина. Первый подход, вес 120 килограмм. На санке 120 килограмм. Готовится Дмитрий Чижов подольше. Целая категория 94 килограмма. Вес установлен. Чижов Дмитрий. Идут перезаказы. На станке 120. Соболев Александр готовится к этому подходу. Он и продолжает катание. Вес защитен. 121 на штабе системы. 121. Готовится к Чернышов Дмитрий. Вес установлен. Чернышов Дмитрий подольше. Идут перезаказы. На станке 121. К весу 121 приглашается Комарова Анатолия Любовича. И сова категория 85 килограмм. Thank you.
Подходьте удачно. Ассистент 122 на штангу. К этому месту готовится Владимир Дружинин. Более подростков. И собрать категорию 85 килограммов. Дружинин. Дима заказывается. Вес на штанге 122. Ниже Чернышов подвозит. И собрать категорию 24. Дружинин уход толчком. Перечая не будет, так что готовьтесь. Сразу же переходим к шагу. Ассистенты 123 на штангу. Готовится Владимир Дружинин. Подожди. И такой 80 килограммов. Вес установлен. Владимир Дружинин. Вес установлен.
Владимир Кручинин, второй подход. Владимир Кручинин.
Женщины. Пальчук Владимир Озерович. 190 килограмм, 800 грамм. Thank you.
легко справляется на весу. Пойдем, Владимир. К весу 155 килограмм подходится. Петренся вышел вперед, пока на 5 килограмм обходит Петруга. Но если Владимир выиграет 155, он сравняет с ним. И поезд путь выигрывает. Пошел, Владимир. Давно в нашем зале не поднимали такие килограммы. На самом деле 158 килограммов. Ассистенты 160 килограмм на самом деле. Thank you.